Определены 14 победителей конкурсного отбора на предоставление грантовой поддержки развития сельхозкооперации, семейных ферм, а также гранта «Агропрогресс». С ними будут заключены соглашения о предоставлении грантов на общую сумму 70 миллионов рублей. 9 КФХ направят средства на строительство откормочных площадок. Будет поставлено на откорм порядка 3000 голов КРС и более 400 голов мелкого рогатого скота. Кроме того, будут реализованы проекты по производству картофеля, строительству зерносклада, покупке сельскохозяйственной техники. В результате предоставления грантов увеличится объем производства и реализации сельскохозяйственной продукции, выраженной в натуральном и денежном показателях, на 10%. Увеличится налоговые отчисления на 10% по сравнению с предыдущим годом на протяжении 5 лет со дня получения гранта. Будет создано дополнительно 14 новых рабочих мест. С использованием средств гранта «Агропрогресс» в Республике Калмыкия будет реализован проект по строительству комплекса подготовки элитных семян, общая стоимость которого составит 70 миллионов рублей. В целях поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития их материально-технической базы реализуется проект по заготовке и хранению продукции животноводства, строительству холодильных камер, цеха по засолке шкур на общую сумму 25 миллионов рублей.